обещают облачную погоду, местами небольшие осадки. Температура воздуха днем составит плюс 1,3 градуса. В Москве будет облачно и местами пройдет снег. Температура воздуха днем около нуля. Одно из главных потрясений в истории России. Революция 1917 года. Что это было? Закономерность или стечение обстоятельств? Катастрофа или триумф? Что мы потеряли, а что обрели? Решайте для себя сами. Мы же расскажем, как это было. Во всех подробностях. События столетней давности. День за днем. В специальном проекте Андрея Светенко. Разлом. По будням. На радио. Вести ФМ. Есть вопросы? Будут ответы. Созываем экспертный совет, чтобы разобраться в последних событиях.